Добрый день, дорогие мои немногочисленные подписчики. В эфире рубрика «Пустые перегоны», в которой я, в надежде снять какую-нибудь редкую штукенцию, прихожу на перегон, на котором, скорее всего, ни черта не поедет. И сегодня у нас Лыткаринская ППЖТ. Подъездной путь от станции Яничкина, которая, в свою очередь, является подъездным путем от станции Люберцы 2, которая, в свою очередь, подъездный путь от станции Люберцы. Итак, вы примерно понимаете степень того, насколько это Пердеевская подъездная ветка. Но при этом почти каждый день здесь что-то доездит. Итак, сегодня я волей судьбы оказался здесь, хотя, в общем-то, и не планировал. И посмотрим, повезет ли мне в течение буквально 20 минут нахождения здесь снять хоть что-нибудь самоходное. Например, тепловоз ТМ-2 с вагонами. Я уже нахожусь здесь 20 минут, но пока никаких признаков движения нет. И, соответственно, мы можем только видеть этот осенний ноябрьский лес с уже опавшими деревьями. Немножко солнца сегодня нам подфартило лицезреть, так сказать. Но что касается поездов, то все очень печально, потому что поездов сейчас нет. И, скорее всего, за 20 минут ничего не поедет. Хотя накат здесь очень хороший. Здесь постоянно что-то ходит. Постоянно здесь ездит тепловоз ТМ-2 с вагонами. Но не сейчас, видимо. Повезет ли мне сегодня, или я останусь с носом, как это было на днях, когда я пытался снять ТМ-1? Узнайте в конце этого видео. Итак, прошло уже целых 3 минуты с момента первого видео, а все еще ничего не едет. Все-таки хотелось бы отметить, что я уже снял здесь ТМ-2, это было 2 года назад. И вот, собственно говоря, эта фотография. Конечно, в тот раз повезло гораздо сильнее, но мы ехали целенаправленно и прождали его здесь несколько часов. А сейчас в моем распоряжении каких-то жалких 20 минут. Ну что это? Неужели едет? А, конечно, это наши любимые грузовики на дороге. Делают вид, что они тепловозы. Как это всегда и бывает, собственно. Вот тот самый переезд, на котором 2 года назад я все-таки сделал фотографию этого синего ТМ-2. Вот на этом самом месте я ее и сделал. Здесь он и стоял. Только что с этой стороны был гудок, длинный. Я уж не знаю, приедет оно сюда или нет, но я все-таки подожду. Здесь еще поблизости Лыткаринское шоссе, что никак не упрощает задачу по съемкам, потому что постоянно что-то шумит, постоянно кажется, что что-то едет, и всегда это оказывается не поезд, а какой-нибудь грузовик. И это сбивает с толку постоянно. Ну что же, а возвращаясь к тому поезду, который вроде как издавал звуки в той стороне, хотелось бы сказать, что он не поехал. А на что вы рассчитывали? Ну что же, а у меня больше совершенно нет времени ждать тепловоз, и с вами была рубрика «Пустые перегоны». Пустые перегоны. Потрать свое время впустую. Спасибо за внимание и до следующего выпуска.